Первое послание апостола Петра, 4. Остальное по плоти время, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Вот иногда мы размышляем о небесном и разговариваем. Вот таким предложением, как слова соединить, я никогда не слышал, что простой человек, даже грамотный, мог так поставить предложение. А это пишет, повторяю, неграмотный рыбак. Вот откуда мы узнаем, что они были движимы Духом Святым. Вот слушайте внимательно, одно предложение. Отдайте его ученикам даже 10 класса, сделайте разбор его, даже не смысловой. Они его не разберут. Остальное по плоти время. Какое остальное? Как это ко мне относится? С этого времени начинаю, что у меня осталось до смерти. Тем более мы вчера только отправили в последний путь сестру Матрону. Все. Как будто никогда не жила, как будто несколько комьев земли смешались с землей. Прах и прах возвратишься. А была любовь, были страдания, мучения, рождения. Как будто ничего не было. А дальше наступает вечность. Речь идет о живых. Остальное по плоти время. А вот это как раз и под вопросом. А мы не знаем, когда умрем. Другой живет почти 100 лет. Я на днях видел фотографии священник китаец. 110 лет. Старейший священник на планете. Как он обратился к Богу, его расспрашивает, думает на недолгожительство, в чем секрет. А у него секрет очень простой. Любить Бога. Он ничего, что он не просит, любить Бога. У людей разные науки. Он говорит, а я люблю Бога. У кого что? Кто что любит? Он говорит, я люблю Бога. Спрашивает конкретно, а в чем это выражается? Он говорит, у меня 6 кошек. Я за ними ухаживаю. Он Бога нашел, все. Он увидел творение Божие. Вот это пример. Что в остальное время по плоти жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Напротив, слева, похоти человеческие, направо воля Божия. О воле Божией мы много слышим. Да будет воля твоя, Божья воля. И на земле, как на небе. Правило Серафима Саровского. Прочитай 110, 120, 150 раз. Ты один раз прочитай в жизни и объясни, что такое воля Божия. Как его объясняет волю Божию? Великий Арсений говорит так. На небе 1000 ангелов, и у всех одна воля. А на земле 1000 человек и 1000 воль. В самом простейшем мы не сходимся, даже подчинишься, не по-моему. Вот похотение. Одно дело хотеть, а похотение – это возвышение свое над всем, что свято, чисто, божественно. Похоть. И мы должны познать, что это за слово такое – похоть. Чтобы жить не по человеческим похотям. Значит, по человеческим похотям жить, учить не надо. Человек это знает, у него заложено по скотской природе, по животной. А вот привести его, отторгнуть ту человеческую похоть и привести к Божьей воле. А вот Божья воля в чем проявляется? И с утра до вечера она где-то должна искать. И мы должны знать ее. А будет ли на это воля Божия? Один вопрос всегда ставь. Я вот решил сделать так. Ну это понятно, у тебя опыт, грамота, все у тебя есть. А ты волю Божию узнал, нет на это воли или нет? Если воли Божией нет на это, ты к этому делу не приступай. Оно проиграно уже заранее. Там Бога нет. Самое главное. Вот мы считаем 1 Петра 2.15. Говорит, такова есть воля Божия. Насторожимся и сказать, вот наконец мы коснулись ее. Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Делая добро. Это воля Божия. Нас будут поносить воры. Они тут все воруют. А ты раздаешь, и все увидели. Какой ворует, когда он последний отдает? Вот и все кончилось. Да он пьет, а потом увидели, он и воду-то пьет с воздержанием. Ты постом молитвой заградил уста. И что на тебя говорили, как будто никогда и не говорили. Я вот выхожу из Покровского собора. Уже на паперти. Бабушка с одной стороны падает, с другой. Прости меня, Христа ради, я на вас говорила, вы баптисты. Священники втроем. Но баба была, ну говорила. Так я же грешила. Вот. А я увидела, что вы молитесь, причащаетесь в православном храме. Но, ну не имеет это никакого значения. Ну говорила, Бог ее простит. Да не говори больше и все.
То есть, если бы мы другой жизнью жили, она бы никогда не пришла к этому убеждению. Она увидела, что с нами приходят баптисты и делаются православными. И не просто православными, а священниками православными. То есть ты можешь опровергнуть то, что против тебя идет только доброй жизнью. К Римлянам 1.10. Апостол Павел говорит, всегда прося в молитвах ваших, моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Воля Божия. Простое слово. Павел говорит, я в молитвах прошу, Господи, проложи мой путь к римлянам. Там хорошие люди. А ты говоришь, а мне надо поехать в Самару, в Волгоград. Хорошо. Почему? Так у апостола Павла воля-то проявлялась. А в чем она была? Он поехал. Пошел пешком. Он придет туда. С какой целью? Он говорит, чтобы поделиться дарами, какими наделил меня Господь. Ответить на их недоуменные вопросы. Ты зачем приедешь? Да я давно дочь не видела. Только и всего. Ну, приехала, увидела. Дальше, а ты могла и на фотокарточку увидеть. Скоро будут телефоны, которые видеть друг друга будут. И все равно ездить будете. Чтобы воля Божия, даже больше в путешествиях наших. Чтобы ты пришел с обильными дарами, тебя ждали. Вот приедет этот человек, мы насладимся, изъяснит нам Священное Писание, мы помолимся. По его молитвам Бог отвечает, как это важно иметь такого человека, чьи молитвы Бог слышит. И Павел просил, Господи, воля твоя есть или нет? Они там билет взял, купите мне билет, заказал, сел и поехали. Он узнавал волю Божию. Там смертельная опасность, я не на это смотрю. Расположение людей. Ждут они меня или нет? Готовы они принять то, что я принесу или нет? Чтобы воля Божия благо поспешила. Простое дело, все мы путешествовали. А вот по воле ли Божией? И в конце жизни придется дать отчет. Римлянам 12.2. Познавайте, что есть воля Божия. В первом классе познавайте, до первого класса. Что есть воля Божия? Вот волю Божию я бы советовал бабушкам узнавать. Совершенно не знают волю Божию. У них одно. Внучек ешь больше, спи дольше. А вот потом с этим конем не знаем, что сделать. Он уже в 6 лет у него рога. А его надо запрягать в упряжку Господню. Волю Божию познавать надо. Павел говорит, познавайте как на молитве, по Слову Божию. А что нужно? Рано подними его. Златоуст дает совет. Даже ты встал ночью, подними, если не сегодня, то когда? Подними его, прочитай одну другую молитву, да он спит. Поддержи его, чтобы не упало, чтобы молитву он услышал. По воле Божией, сейчас пост. А пост еще этот не дает, это его придумали, я сам знаю это. Но установлено, мы православные, без лукавства. Точно будем исполнять, как нам повелено. Ребенок это запомнит. С чужими не знать, он такой был чужого, уже бежит к нему, воли Божией нет. Чтобы ягненок бежал к волчонку. От него останутся рожки до ножки, подсказки. И как раз эти рожки до ножки у бабушки будут. Ефесянам 5.17. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. В другой конец империи пишет Павел опять те же слова. А кто не познает, нерассудительно. Нерассудительно, то есть глупый. Рассуждения нет. На всякое дело, особенно когда человек много делает работ самостоятельно. Сельский труженик, он до всего доходит своим умом. Ему надо накосить, корову управить, в городе ничего нет. Он пошел, деньги заплатил, взял. А вот здесь когда, как, с кем соединиться вместе, как сохранить, как от пожара сохранить себя. В первом послании Фессалоникийцам 4.13 Павел говорит, ибо воля Божия есть освящение ваше. Чтобы вы воздерживались от блуда. Берегите детей. Дети, которые познали блуд, они ни к чему не пригодны. Они разжижены. Они живут в одной похоти. Они не будут верными мужьями и женами. А вот сегодня на одной похоти все строится. А они по любви. А вот подумайте, как раньше женили. Вообще, жених и невеста до дня свадьбы друг друга не видели. До сватовства. Да что она, вещь какая, спрашивает. Ну, жили. И ребятишек было по 10, по 13. Сегодня государство исчезает, все по любви. Да не по любви, по животной похоти. И ничего нет. Простой вопрос, демографический вопрос. Никогда его не было в России. У арабов его этого вопроса нет, у китайца нет. 100 миллиардов. А тут только 100 осталось. Почему? Воля Божия это непознаваемая людьми.
1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Вот волю Божию как познаем? За все благодарить. Я не знаю, как дальше отразится потеря, то, что у меня было. Воля Божия. Благодарю тебя, Господи. Лишь бы это было не по нашей небрежности, по упущениям. Бог так допустил. Да будет воля твоя. Благодарю. Я заранее благодарю. А может быть проявится истина для нас, то, что Бог сделал, через 10 лет позже. А вот теперь я вижу, как хорошо, что тогда не состоялось. А если было бы так, как я тогда думал, даже молился об этом. И как хорошо, что так не случилось. В первой книге Иезри 6:14 строят храм. И вот они окончили его храм. Мы иногда говорим, вот видите, как нам Бог позволил все сделать. А начальник говорит, ну и я тут был, я позволил, а я мог и не позволить. Я говорю, по воле Божьей, говорит, ну и по моей воле. Но он, понимаете, он понимает по-своему. Иезра говорит так, и окончили храм по воле Бога и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса. Ничего особенного в этом нет. Потому что воля Божия через них исполнилась. И вот мы здесь поселились по воле Горбачева, по воле Ельцина. Нам перестройка дала возможность. Мы никогда не думали, что здесь вот так будет. И батюшка это говорит. Думали, из пластов земли, там, из стамана сделаем одну избушку, там, с лампой будем как-то зимовать. Потому что электричество, компьютеры работать будут. Что на каждом дому теперь еще окаянные эти телеантенны поставят. В мыслях этого не было. Галатам 1:4. Чтобы Господь избавил нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. Лукавый век подсовывает нам наслаждение. Я вас уже многократно просил, дома вот как включайте телевизор и сразу, как таймер какой, счетчик времени поставь, сколько ты смотрел на этот экран? И каждый день. И сколько на молитве побыло, посмотрите, плюс-минус, куда потянет. Это понимают люди, как один бизнесмен говорит, погас экран, серое пятно, и моя дочь не научилась ни наконец какать, ни вязать, она ничего не знает. Это чужая жизнь. А если твоя интересная жизнь, тебе телевизор будет не нужен, потому что ты сам строишь. Про тебя будут показы, другим будет интересно. Читаем про Тавита, 12:18. Ибо я, Рафаил, говорит, пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего. Даже ангел к нам приходит служить, он не сам по себе, по воле. И всегда, начиная утро, подходя к двери, перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, да будет по воле твоей. Как поздороваться с кем? Самое великое достояние человека – это наследие дети. Вкладывайте в них почтение к Богу, к творениям. Почаще поднимайте взор на небо. Напротив воли Божией похоть. Где она? От кого рождается? Немножко посмотрим. Евангелие от Иоанна 8:44. Христос пришел к верующим евреям и говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала. Похоти дьявола исполнять не надо. Не надо. В любом вопросе. Воля Божия это или похоть человеческая? Опыта нет? Найди опытного, строгого наставника, учителя, советника. Ефесянам 4:22. Павел говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Это нашей жизни прежнее, что было до встречи со Христом, в этом мы истлевали. Я не могу никак. Вот смотрите, хороший человек, но курит. Проходит какое-то время, а я бросал, 3 месяца в рот не брал. Теперь нашел, она еще не погасла. И опять берет просто похоть. Наркомания – похоть, пьянство – похоть. Любой грех – это все похоть. Я хочешь отстать? Хочу. А можешь? Нет, не могу. Сила, говорит, воля нужна. Говорит, сила есть, а воли нет. Слово «похоть» в Библии встречается 48 раз. Это значит, немаловажно это дело. Премудрость Соломона 4:12. Упражнение в нечестии помрачает добро. Волнение похоти развращает ум незлобою. Волнение, то есть пожелание, его надо глушить. Чем? Постом, молитвой, трудом. Загрузите детей, чтобы они зря не бегали. Найдите маленькому ребенку работу. Заметили, в лагере у нас до обеда все работают. Самый маленький.
Два года он все равно будет, что-то я ему дам травку щипать будет рукой. Вижу, в деревне дети катаются рано, поздно. Во сколько встают? Я отпустил ребенка, да, рано встают, у нас 5 встают. А кто рано-то встает? Поговорка, что говорит? Мы на молитву встаем. Утреннее правило, евангельское чтение с толкованием каждый день. Дети приехали, они ничего не знают. С нуля, я вам точно могу сказать, дети, которые в деревне спят, разница большая. Но дети у нас рано не ложатся. Но что я поздно лягу, такого в Библии нет. А что рано встану, Давид говорит. А это похоть, что ребенок не ложится, он по-своему делает. А вы эту похоть культивируете. Премудрость 15.5. Взгляд, на который возбуждает безумных похотения и вожделения. Речь шла об идолах. Я сколько раз говорил, когда в храм заходите, к иконам не подходите. Пришли, три поклона, да не в дверях, а пройдите, и садитесь. Уходить будем, вот в это время поклониться, чтобы не было никакого похотения. Еще раз кланяются, начинаем. Это не надо. Я уже многократно это говорил. Мы пришли молиться, замри, ни одного движения лишнего не надо. Полная тишина. Так непросто настроиться на молитвенную волну. Что-то то ли похотение мы к этому идем. Сирахов 5.2. Не следуй влечении души твоей, чтобы хотеть в похотях сердца твоего. Целая программа, чтобы не следовать. А какие похоти? А что хочется? Хочется. Похотение. А ты разбери, ребенок утром не хочет вставать, отруби эту похоть. Попробуйте, вы ничего не можете сделать. А в лагере все встают. Повторяю, подъем в 5. Сейчас день начал убывать, это уже 2 дня день убывает. Еще дней 15, и мы начнем после 6 вставать. Еще пройдет полмесяца уже в 6, мы за солнцем идем. Сираков 18.30. Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Пожелания. А я хочу. Истребитель ребенка. А главное поселитесь, ты должен. Ты должен. Несмотря ни на какую погоду. Псалмопевец Давид 9.24. Нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. Они хвалятся, какой у них прибыток, ограбили Россию. В прошлом году, повторяю, у одного главного здесь грабителя России доход был 6,5 миллиардов долларов за год. Чтобы вам было это понятно, что такое, это 250 тонн золота. Вагон один 60 тонн, представьте сколько, это за один год только прибыль, похотение души. Это похоть, этого не надо человеку, он хвалится, купил там побережье какое-то, Черногории. Яхты строят, это похоть, ему не надо. И все понимают, это совершенно ненормальное поведение. Человеку много не надо, две ноги, даже две ноги бывает иногда много, Бог одно оставляет. Иаков 1.19. Каждый искушается, увлекаясь собственной похотью. Никто не виноват. Опусти глаза. 15. А похоть, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. 1 Петра 1.14. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Любите записывать. Возьми бумагу и посмотри, что у меня было раньше, что я любил, чем увлекался. Танцами, песнями, телевизором. Я все это отсек. Просто посмотри, какие похотения, и от чего ты избавился. А если ничего не избавился, ничего и не было. Рожденный свыше, он очень внимателен к своему действию. Он смотрит за своим духовным ростом. Вот было духовное рождение, теперь я начинаю смотреть, как оно идет. Какое у меня желание, о чем я тоскую, чему ревную, какое добро в ком-то увидел, и ты поревновал. Я вот на днях обнаружил себе еще раз подтверждение, что великая добродетель взять даже родители, бабушки, дедушка, бывает чужого, берут и дохаживают до смерти. Я не могу объяснить, во мне такое чувство, так что сомлела душа моя. Господи, как это велико, я не могу объяснить почему, это ни разу он милости не подать, это каждый день убирать под него, и видите, молиться, не огорчиться. Ты за Христом каждый день уходишь, Христос с тобой рядом на кровати лежит. Ты душой это почувствуй, не просто я говорю это, у меня нет, я этого не делаю, но душой я это осознаю на другом уровне, не мозгами. 1 Петра 2.11. Прошу, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на души наши.
Я хочу. Особенно в детях проявляется это. Пресекайте. Он начинает капризничать, это прихоть, похоть. Боритесь с этим. Выкорчевываете, выжигайте, выскабливаете, замываете, запаиваете, чтобы ничего там не было. Это великое горе. С этим надо бороться, как японцы борются. Не приучайте, чтобы ребенок жаловался, у него сердце колет. Откуда ему знать? На болящими разные ссылаются. Вы утвердите мысль, что есть много детей, которые лежат, не поднимаются, а ты по сравнению с ними богатырь, ты здоровый, ты никому не говори, какава Дорофей говорит. Если это терпимо, ну, рука не на изломе. 2 Петра 2.18. Они утопают в плоские, увлекают в плоские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть такие, которые легко подтягивают себя. Отправляйте детей в город. Бойтесь. Если сейчас девочка или мальчик ваш и разговаривает грубо даже со священником, вы ничего путного не дождетесь от нее. Пресеките. Посадите ее дома на короткий поводок. Чтобы она это осознала. Она пришла, говорит, на колени попросила прощения. Дальше вам не справиться с ней. Притом ей горькая участь приготовлена. Обязательно ей это отмстится. Она не понимает, что взрослые за нее переживают. Она скорбила, презрительно отвернулась, пошла не разговаривать. Да все с родителей, это вы посеяли. Я слышу страшные вещи. Священник разговаривает с вашей девочкой здесь, и она с презрением дергается и уходит. Копия родительская. Вы взгляните немножко вперед. Не похоти своей действовать, а воля ли Божия в этом разве есть, а написано «почти священника», «с почтением старшим». Это у нас в лагере основные три пункта, на чем он базируется. 1 Иоанна 2.16. «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». Иуда 1.18. «Поступает по своим нечестивым похотям». А если это про нас говорится? Нечестивые похоти. Но они имели наслаждение, может, это не обязательно воровство. Послание к Римлянам 1.24. «И предал их Бог в похотях сердец делать беззаконие». Римлянам 6.18. «Да не царствует грех». Когда мы повинуемся похотям. 1 Коринфянам 10.6. «Но это были образы на нас, чтобы мы не были похотливы на злое». Вот теперь, что в древности было, как они хотели пищи, не нравится что-то, дети капризничают. Это все придет, когда она же замуж выйдет, когда он женится. Научите детей быть довольным тем, что есть. У многих ничего нет. Вы живете чрезвычайно богато здесь. У вас столько всего, такие продукты, это притом все свежие, экологически чистые, еще и дергаются. Повторяю, 70 тысяч человек каждый день в мире умирает от голода. Тысяч гор от недоедания. Галатам 5.24. Ну, дела плоти известны, это, конечно, и похоть. И 2 Тимофею 2.22. Говорит, юношеских похотей избегай. Видите, ребенок ведет себя непотребно. Прекратите всякие игры. Не дозволяйте прикасаться друг к другу. Титу 3.3. Что в прежнее время были рабами похоти. Вот кто мы такие были. И когда молимся, да будет воля твоя, Отец Небесный, это возможно только тогда, когда не будем рабами похоти. В каждой молитве «Отче наш» одновременно и призыв: «Господи, избавь от того, что не славит Тебя, что не угодно Тебе, что греховно, что влечет на дно адово. Да будет милость Божия над нами. Аминь».